Давайте. Просто идите. Да. Антон. Хорошо. Вот это да. Что это такое за упражнение? Можно спросить? Я качаю малыша на руках. Стой! Эй, ты! Остановись! Специально ты сегодня снимать вышел. Антон, иди сюда! Нет, ты иди ко мне! Ты ко мне! Антон, не надо, ты обычный парень! Антон, быстро иди ко мне! Полин, снимай! Полин, меня снимай! Дура, подожди! Антон, иди-ка сюда быстро! Давай, сюда! Давай, иди сюда! Что отсюда выходит? Нет, вот давай. Это выходи да! Оттуда, выходи оттуда, давай! Антон, давай, иди сюда! Иди сюда! Давай, иди! Антон, иди сюда! Иди сюда! Давай! Что же ты такое делаешь? Почему ты брызгаешься в меня? Вот среди белого дня ты на меня брызгаешься, да? Вот что это было такое? А? Что это? Что это такое было? А? Нет, стоп, 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 стоп. Нарываешься, да? Ты нарываешься. Это ты нарываешься. Ты, вот, ты нарываешься. Подожди, подожди, успокой, успокойся, успокойся. Так, парень, бери крупным планом живот. Вот ты посмотри на себя. Ну вот как так можно жить, а? Вот это что такое? Вот что вот это такое? Вот, губошлёп. А сам свой покажи. Свой покажи. Вау, это кубики. Ты должен быть таким же. Как же тебе не стыдно, Антон? Ну почему, как тебе не стыдно? Почему ты себя так ведешь? Ну почему? Почему ты так себя ведешь? Ну как тебе не стыдно? Ну почему ты брызгаешься на меня? Ну просто это будет не мое кино, так что это никто не услышит. Мне нужно, чтобы просто губы шевелились. Вот как так, Антон? Почему ты слона убил? Повернись, ты что, его съел, да? Ты съел слона? Съел слона. Он съел слона. Вот здесь. О, боже мой. Вот, посмотри. Когда я тебе дам в руку, урони ее. Как будто она очень тяжелая. Ну, ладно. Вот, вот посмотри. Ну, как так? Ну. Нет, Антон, давай по сценарию. Ладно. Вот, сценарий. Вот смотри, вот смотри. Она же легкая, как песик. Урони, как бог. Ты можешь быть таким же, как я, дай если мне. Будешь заниматься, если будешь вести дай активный мне. Образ жизни. Дай мне. Прелестно. Вот это просто браво. Снимай крупным планом. Я хочу тебе плюнуть. Не пожалуйста, ты не можешь меня ранить. Я очень слабый. Это потому, что он не занимается. А вы будете заниматься. Потому что я к вам тоже приду.